В областном центре прошел мастер-класс по альтимат-фрисби. Его провели под эгидой Совета отцов Гомеля в рамках проекта «Рух дворовых гульнёв». Представители местной команды «Линксес» показали гомельчанам основные броски и приемы альтимат-фрисби, а также познакомились с правилами игры. После теории дети вместе со спортсменами упражнялись с диском. Итогом мастер-класса стал мини-турнир. Ultimate Frisbee – это такой вид спорта с летающим диском фрисби. Вот. Играется он командами 5 на 5 и 4 на 4. Это на пляже. Вот. У нас тут имитируются пляжные условия, потому будем играть, наверное, 4 на 4. Ну, в зависимости от того, сколько человек будет. Вот. Правила простые. Нужно передавать диск от одного сокомандника к другому по воздуху. При этом, когда ловишь диск, бегать нельзя. Вот. Ну и гол считается, когда ловишь в зачетной зоне диск. То есть вот конусы желтые, ими отделяются зоны. Присоединиться к тренировкам может любой желающий. Спортсмены каждую неделю собираются на стадионе средней школы номер 12.